Рассмотрим только самые важные преимущества станков G-Ray. Первое. Рельсы по всем осям от производителей EMI или Highwind, а также брендовые ремни позволяют увеличить ресурс станка, повысить скорость обработки без ущерба качеству. При своевременном обслуживании ресурс больше в несколько раз по сравнению со стандартными моделями. Второе. Фирменные двух- и трехфазные шаговые двигатели фирмы LeadShine и Stepper. Применение качественных двигателей и драйверов позволяет повысить точность обработки, убрать пропуск шагов, устранить эффект расчески. Третье. Сквозной стол, начиная с модели 3040, позволяет обрабатывать более крупнолистовой материал. Таким образом, увеличивается скорость обработки, уменьшается количество отходов и снижается себестоимость. Четвертое. Черная лазерная головка с ручной регулировкой высоты и возможностью установки дополнительной линзы даже на небольших станках. Профессиональная лазерная головка повышает точность обработки, обеспечивает возможность регулировки фокуса без подъема опускания стола, легкой замены линз на другие фокусные расстояния, возможность установки двойных линз. Пятое. Возможность установки камеры и автофокуса, начиная с модели серии 4060. Автофокус увеличивает скорость обработки, снижает себестоимость, позволяет комфортнее работать даже с изогнутым материалом. Камера расширяет возможности лазерного станка. И последнее, шестое. Фирменные станки – это качественная заводская сборка по привлекательной цене. Заводская сборка – это контроль качества и ответственные отношения.